Дорогие рукодельницы, пальто с круглой кокеткой практически готово. Осталась только застежка на пуговице и линия низа. Все, и готов результат. Внутри ни одного шва, снаружи соединение, ну, как мы любим, через проставки, которые создают совершенно замечательный графичный эффект. Разделяет и в то же время создает вот такую вот необычную графику, подчеркивающую силуэт. Что получится, вы увидите сегодня на посиделках. Приходите, расскажу, как строила это пальто, как я его провязывала, особенности, нюансы вязания, создания. И для тех, кто владеет программой Knit и хочет немножко попроще, расскажу, как такое пальто можно построить при помощи программы Knit Styler. Приходите сегодня на посиделки. Будем рассказывать о секретах пальто с круглой кокеткой.